Всем привет! С вами Нилена Санс, и сегодня мы с вами будем вязать пояс шнур. Значит, как мы его будем вязать? Берем любую нить, лучше толще, тогда будет виден переплет лучше. Крючок у меня четверочка, но вы берете сообразно вашей нити. Как его вязать? Значит, провязываем сперва 2 воздушные петли. Раз и два. Есть. Теперь в первую петлю вводим крючок и протягиваем нить. Есть. Во вторую петлю вводим крючок и протягиваем нить. Есть. Теперь у нас на крючке 3 петли. Сквозь все 3 петли протягиваем нить. Накид. Поворот. На ребре у нас есть 3 петли. Сквозь все 3 петли протягиваем нить. На крючке снова 3 петли, протянули, накид, поворот, и сквозь 3 петли предыдущего ряда протягиваем нить. Это будет наша новая петля, третья. Протягиваем. Пока ничего не видно, но сейчас мы провяжем немножечко, и будет сразу видно. Значит, накид, поворот. И сквозь 3 петли предыдущего ряда вытягиваем третью петлю для нынешнего ряда. Протянули нить сквозь все 3. Накид, поворот. И опять под 3 петли протягиваем нить и сквозь 3 петли. То есть всякий раз мы сквозь 3 петли вытягиваем нить. Очень милое медитативное занятие, очень простенькое. Главное вовремя остановиться и не навязать 5 метров пояса. Хотя, если вам нужно 5 метров, то почему бы и нет? Вот так. Поворот. И вяжем. Сейчас я немного провожу для вас. Вот такой милый пояс получился. Надеюсь, вам понравилось. А с вами была Нилена Санс. Всем пока-пока, до новых встреч!